В актовом зале Видновской школы номер 10 собрались ученики средних и старших классов, чтобы посмотреть несколько патриотических короткометражек в рамках всероссийской акции «Киноуроки в школах России». Мероприятие проводится с целью воспитания гражданской позиции среди подрастающего поколения. Вы, дети, являетесь важнейшим приоритетом государственной политики России. Вы – наше будущее и наше все. И от того, какое у нас с вами ждет будущее, и зависит, какими глазами смотрите вы на этот мир. Победа, она еще и в тылу куется. И вот мы, находясь сегодня в тылу, должны помнить о том, что наше единство очень востребовано нашими мальчишками, мужчинами, которые защищают Родину. Гостями мероприятия стали члены местного политсовета партии «Единая Россия». После кинопоказа все участники посмотрели постановку «Вместе мы едины», подготовленную преподавателями и учениками-активистами, посвященную прошедшему Дню народного единства. В прошлом году у нас уже прошла подобная концертная программа, посвященная Дню Победы. Постепенно у нас сложился круг участников. Это дети нашей школы, которые с большим удовольствием принимают участие, выступают. Вместе мы готовим мероприятия. И вот с прошлого года у нас появилась такая традиция проводить литературно-музыкальные композиции в патриотическом стиле. Ребята продемонстрировали свои таланты. Подготовка к мероприятию проходила несколько недель. Я танцую русский народный танец, веду. Чуть-чуть это мероприятие в начале, и танцую еще два танца. Мы отрабатываем конкретные движения, технику этих движений, чтобы эти движения смотрелись плавно, технично и, самое главное, красиво и эффектно. В программе были вокальные, танцевальные номера, а также чтение стихотворений. Все выступления посвятили многовековой истории России. По окончании концерта участники сделали общее фото на память. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.